і потоки ріки, десь на річок Енеро змай. Б'ється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, про ми милий рідний край. Я на днях смотрел дипломную работу Тарковского. «Тромбон и трактор». Отличный фильм. Да не трамбон. Я же, кстати, снимался в эпизоде в «Асе». Ну, давайте, давай. В массовке. Эй, дай потанцевать! Ты что, это же ПГ, тебе понравится? Мальчики, я обожаю кино. Я в поезде ехал из Питера, купе. Витя Цой заходит. Я обалдел. Обожаю кино. Студенты, киношники развлекаются целый день. Надо в дирекцию пожаловаться. Папа, может это будущее Антониони, Эйзенштейна? Безобразие. Безобразие. Жалко, что сегодня. Жорж! Да потом. А вы тоже в этом пансионате отдыхаете? Как вам здесь вообще нравится? А мне вон там нравится. А я там не был. Мы просто только сегодня приехали. А вы куда? Я же сказала, туда, где мне нравится. А можно с вами? Зачем? Ну, я на режиссерский поступил, буду кино снимать. Ну, если кино снимать, пойдем. Красиво, правда? А что это за место? Вот это скала прощаний. Так ее местные жители называют. Есть такая легенда. Сюда приходили обманутые влюбленные, чтобы броситься вниз со скалы вот в это озеро. Зачем? Знаешь, бывают в жизни такие моменты, когда хочется взять и улететь. И чтобы никто тебя не нашел, никто и никогда. Ты где? Эй, ты где? Что за шутки? Выходи, я так не играю.
Ты чего? Что за шутки? Меня зовут Лиза. Это ты, кажется, хотел узнать. Пойдем дальше. Я вон там еще не была. Вино домашнее, ежевичное, колдовское вино. Боль снимает, душу лечит. А если кто кого любит, навек привораживает. Берите. Хорошо, возьмем вашего вина. Сейчас. Столько хватит? Хватит. Спасибо. Спасибо вам. Дикки, а вам уже додому пора. В горах темнеет рано. Эгегегегей! Люди! Ау! Вот здорово. Кажется, мы заблудились. Да, чему ты радуешься? Ой, что это там? Кажется, какой-то шалаш. Заброшенный. То, что надо. Вот мы и спасены. Глупо как-то получилось, да? Не знаю, мне нравится. Да ты не бойся. Кто я? Я не боюсь. Просто здесь холодно как-то. Холодно? Угу. Ничего, сейчас согреемся. Спасибо. Смотри, что у нас есть. Mm. Правда, вот стаканов нет. Ну что же, придется мысли друг друга узнать. Вкусно? Очень вкусное вино. Теперь ты. Ну, угадывай. Так. Ты? Так. Приехала сюда. Угу. Потому что... Потому что... Не можешь поехать в Париж. Ну, Париж — это моя мечта. Ладно, дальше. Ты ужасно хочешь съесть отбивную с кровью, зажаренную на углях. Ага, с перцем и зеленью. Дальше. Ты колдунья. И ты у себя дома. Ладно, хватит. Теперь моя очередь. Ты в меня влюбился. Тебе страшно? Ты думаешь, что вино, которое дала тебе старуха, поможет? Ладно, давай спать.
Послушай, а ты не исчезнешь, как там на горе? Спи. Что с тобой, Лиза? Все хорошо, успокойся. Все хорошо, я здесь, не бойся. Что с тобой? Ничего, просто... Просто молнии боюсь. Не бойся, все хорошо. Правда. Ты нарочно пошла на ту гору? А зачем тебе? Мне нужно знать. Ты только не обижайся, но это не твое дело. Теперь мое. Послушай, то, что между нами здесь произошло, пусть здесь и останется, хорошо? Я не хочу тебе морочить голову. Мы вполне романтично заблудились и... Давай поставим на этом точку. Где ты был, я? Ждал чего тебя? Ждали? Не знаю. Ну ты... Ну ты даешь, братишка. Thank you.
Что такое? Что такое? Жорж. Кушай, кушай. Я пошла. Когда я здесь был в 53-м году, было две котлеты, а сейчас одна. Да, скукота, конечно, тут. Хотя, слышь, ну вот это черненькое, ну так себе, да? Тут, говорят, видели Елизавету Тенецкую. Елизавету? Ну да, ну помнишь, которая фильм сняла «Безумие»? Его еще на фестивале показывали, а потом обвинили в антисоветчине и, ну, исключили ее отовсюду. Помню. Помню. Эй, ты куда? Здравствуйте. А в каком номере живет Елизавета Тенецкая? Что? Елизавета Тенецкая в каком номере живет? А она только что сдала ключ и уехала. Как? Как уехала? А вы не могли бы дать ее городской адрес? Какой адрес? Городской домашний адрес. Молодой человек, какой еще адрес? Не положено, я что вас знаю, потом отвечай. Иди отсюда. Тоже мне нашел горсправку. Я на колени стану. Да не нужны мне твои колени. Ты лучше отчество скажи. Ну не знаю я отчество, говорю ж не знаю. Ну вот когда узнаешь, тогда и приходи. Хотите, я вам цветы принесу? Или в кино на закрытый сеанс? Я могу контрамарку достать, правда? 75 копеек. Угу. Сдачи не надо. И цветы я вам обязательно принесу. Ты лучше девушке своей принеси. Елизавете, как там ее? Монтируется все. Монтируется все. Ребята, пожалуйста, галерка. Запишите домашнее задание. Этюд на тему «Случайная встреча в поезде». Кстати, я недавно ехал из Карловых Вар. Слышь. Мне попался удивительный человек. Нет, свалить надо будет. Прикрыть? Советую вам тоже наблюдать. Ну, что за дело? Да. Так, следующее у вас занятие. Одного чего? Я понял, что история кино, да? Так, куда? Присаживайтесь, ребята. Насколько я понимаю, у вас должно было быть занятие по истории кино. Так вот, занятие состоится, нашли нового педагога. И большая просьба к вам, не обижайте. До свидания. Все, я побежал, да? Давай. Здравствуйте. Поздравляю вас с поступлением в такой замечательный вуз. Ну что ж, давайте знакомиться. Я Елизавета Владимировна Тенецкая. Я буду читать у вас курс лекций по истории кино Республик Советского Союза периода 30-40-х годов. С киностудии, наверное, поперли. Дурак, ты кино ее видел? Это гениально. Хорошо, что не посадили. А что в нем такого? Тоже мне. Живет в этой стране и плюет на ее идеалы. Посадили бы, правильно сделали. Ты сначала трансфокатор научись выговаривать, а потом будешь умничать, да? Давай, пока.
Лизочка, как вы? Как первый день? Спасибо. Ничего, нормально. Счастливенько. Всего доброго. Ольга Викторовна! Да? А можно я вам один вопрос задам? Профессионально. Скажите, да. Вы на остановку? Да. Я вас провожу. Хорошо. Роль Андрея Арсеньевича в искусстве безгранична. Я, конечно, не специалист в этом деле, но должна вам сказать, что моя в разговоре об искусстве нет окончательных истин. Случай заставил меня пересмотреть 7 фильмов Андрея Тарковского как 7 глав одной серии, насквозь субъективной, в то же время транссубъективной, как сказал бы Бердяй. И в этом лирическом эпосе все главы оказались нужны. И совершенно и менее удачной, подобно поискам сталкера, все пути режиссера ведут к одной цели. Возможно, это один из знаков японского восприятия, о котором он столько раз говорил. Подобно японцам, он очень близко стоял к природе. Ой, помидоры. Помидоры вам не нужны? Нет. А я пошла. Ольга Викторовна, пока-пока. Лиза. Вы меня не знаете. Будете обращаться ко мне на «вы», как и я к вам. Надеюсь, это понятно? Если вы не прекратите преследовать меня, то я буду вынуждена уволиться с работы. Вы этого добиваетесь? Лиза! Ну, что у тебя за характер такой? Я ведь и так с тобой. Ну, просто надо немножко подождать, мало ли что. Меня вот вчера в райком вызывали, обещали повышение. Я же для вас стараюсь. Да я понимаю. Вернее, пытаюсь понять. Но это так все странно. Ты пришел, ушел, прячешься. Такое ощущение, что ты нас стесняешься. Лиз, ну надо немного подождать. Ты пойми, мне самому эта ситуация очень неприятна. Но жить-то как-то надо. И потом, знаешь... Ты со своим фильмом такой переполох устроила. Просто надо переждать, и все будет хорошо. Я ж люблю тебя. Правда? Да. Ты знаешь, я уже перестаю в это верить. Ты что, Лиз? Сейчас. Кто это? Подожди. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу видеть Елизавету Тенецкую. А ты кто? А вы? Я сосед. Очень хорошо. А мне нужно увидеть Лизу. Лизу? Это интересно. А что тебе от Лизы нужно? Ты понимаешь, мы тут соседи в коммуналке, как родные. Я должен знать, что тебе нужно от моей соседки. Может, ты маньяк какой-нибудь или вор? Я не маньяк и не вор. Мне нужно видеть Лизу. Я ее люблю. Секундочку. Что тебе от Лизы нужно? Анатолий Карлович, что вы здесь делаете? Идите спать. Блин, сюда! Что здесь происходит? Ой! Прекратите немедленно, а то я милицию вызову. Убирайтесь отсюда. Мама! Ликочка. Все хорошо, солнышко. Все нормально. Так это из-за него ты шла на гору. Какая гора? Что ты мелешь, козел? А? Вы же не любите ее. А? Тебе сказали, пошел вон. Пошел вон. И запомни, еще раз придешь, урою.
успокойся. Петенька! Мамаша! 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 Мать! Посмотри на меня! Еще раз тебе говорю, никого твоего сына в Афганистан не заберет! Армия сердца упала на мужчину! Успокойся! Вдруг нас в Афганистан заберут? Мне все равно куда. Пусть даже в Афган. Так даже лучше. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Певец? Да, певец. Молодец. А ну-ка, держи. Вам что здесь, мать вашу, консерватория? Что вы мне здесь баграну устроили, сборотесь? Смирно! Ни папы здесь, ни мамы, никого! Вы уже в армии, и Бог у вас нет! Наконец-то! Сколько же можно? Давайте, быстренько, быстренько! Занимайте там лучшие места. Проходите. Так, все по местам. Так. Сегодня у нас долгожданная встреча с нашим дорогим земляком, известным публицистом, писателем, человеком неординарной творческой судьбы, гордостью нашего города. Это Денис Андреевич Северин. Ваш аплодисмент. Здравствуйте. Ну, все мы помним его потрясающие телемосты, его смелые авторские программы и его острые расследования. И вот теперь мы счастливы приветствовать вас здесь, на нашей земле. Спасибо. Спасибо. Вы надолго вернулись? На неделю. Угу. А что вы планируете делать дальше? У меня встреча с издателями и с друзьями. Почему вы стали писателем? Ну, видимо, так сложилось. Ну, человек воевал, судьба. Сейчас. Девушка, это ваши, да, цветы, да? Писателю, правильно? Возьмите, пожалуйста. И, если можно, вот здесь вот, вот тут. Да, вот здесь. Дорогому другу Олегу от сокурсника Дениса! Звезда, старичок, старичок. Автограф-сессия. Так, девушка, вы прекрасны. Предлагаю это дело отметить. Дом кино. Слушай, я там 100 лет уже не был. Версия, отлично. Принимается, супер. Грация, мерси, ариведерчи. Так, идем. Денисочка, у меня будет тебе один вопрос. Я вот кино снял. Вот. Тысячу. Да, о чем разговор? Да, на недельку. Я угощаю. Все, без разговоров. Да, не проблема? Да, конечно. Не проблема, все, дом кино. Так, товарищи журналисты, не забудьте, пожалуйста, завтра в 10 часов будет презентация новой книжки. Ирена Раздобудько. Ой, как же ее. А, Зевьялы и Квиты выкидают. Не забудьте, пожалуйста. А можно банальный вопрос? Ваши творческие планы на ближайшее будущее? 4 лекции. Так. Ну и договор с издательством подписать, и все. Все. С издательством договор. Что, хорошо платят? Ну, смотря за что. За книгу или за лекцию? Нет, ну в данном случае за книгу. Вот сколько? Когда узнали, что ты в Афган попал, о, звезда, звезда.
Из всего курса, между прочим, один ты выгреб. Жена, дети есть? Нет. Нет. А у меня есть жена, две штуки и двое детей. Старшему 10, младшему... Так, неважно. Давай, за тебя, старичок. За тебя. Давай. Скажи, помнишь у нас историю кино? Бульбанула одна ногая. Да ладно, не прикидывайся. Старичок, преподавала. О чем ты говоришь? Ты когда ушел, еще полгода вспоминали. У вас же там шуры-муры, трали-вали. Ну, неважно, да, неважно. Она потом фильм сняла, потом ее турнули. Ну вот, девчонки рассказывают. До того дошло, что видели, как она в подъезде полы мыла. А теперь? А теперь что? Теперь крутая, теперь документалку снимает классную. Бабло латошат. У нее муж, между прочим, какой-то там бонза партийный. Я в этом плохо разбираюсь, но неважно. В общем, на коне, понимаю. Старичок, ну... Хочешь ее увидеть? Честно? Хочу. Скажи, фокус. Фокус. И медленно поворачивай голову направо. Фокус. Ап. Сидят люди, затевают новые проекты. Типа, как мы будем делить нашу тему? А я вот тоже, кстати, недавно кинулся. Квартиру заложили. Еле выгреб. Ладно, ерунда. Так, Денечка, давай, родной. Давай тут так освежаем и красиво выпиваем. Слушай, старина, мне бежать надо, я же совсем сейчас забыл. Как жахнет. Куда бежать? У меня встреча еще. Не-не-не, стой, куда бежать? Надо, куда бежать? Надо. Старичок. Надо. Мне уже звонят. Все, увидимся, созвонимся. Не-не, спасибо тебе, я через две недели отдам. Простите, пожалуйста. Нет, это папа, я видела. Извините, я тороплюсь. Андрюша, ты не ошибаешься, что ты телевизор смотрел? Да, она тоже. Что ж ты путаешь? Смотри, как она позвала на кровать. I'm sorry. Ой, сейчас, секундочку, минуточку, сейчас иду. Забыла. Елизавета Владимировна, простите меня. С луком и сладом нет никакого. Прошу вас. Всего доброго. Ну, не помню. Я вас вспомни, позвоню. Хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Простите. Да. Вы вместе здесь обедали? Да, это дом кино. Здесь можно хорошо пообедать. Спасибо. Простите. Извините, у меня к вам будет странная просьба. Вы не смогли бы мне показать город? Я объясню, меня просто уже давно здесь не было. Подождите меня. Все так изменилось.
Ничего не могу узнать. Господи, боже, аж больно. Денис Андреевич, ну где же вы пропадаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Значит так, у вас сейчас экскурсия по городу. Вот машина, там водитель. В вашем распоряжении. До 10 часов. Вот. А я в союз кинематографистов. С билетами не волнуйтесь, я все сделаю. Как договорились. Хорошо. Вот, это вам. Спасибо. Спасибо. Ну вот видите, как все хорошо получается. Ну, едем. Ну, дождь начинается. Тем более. Поехали. Вы только меня не бойтесь. Я не маньяк, честное слово. Видите, даже в союзе меня знают. Ну, как ни странно, я вас и не боюсь. Ну, тогда садитесь. Знакомое лицо. Что? Знакомое лицо, говорю, что? Это ж писатель какой-то. Точно. Он сегодня подходил ко мне. Что хотел? Что они обычно хотят? Ну. Лика не звонила? Кажется, нет. Ух, сейчас омлетик сделаю, а? О, так, здесь тоже осторожно. Где-то здесь, если я не ошибаюсь, должна быть мастерская моего приятеля, художника. Ага. У него, оказывается, хэппенинг. Предупреждаю, он сразу захочет написать тебя маслом. А я тоже художник. В этом году заканчиваю. Молодец. Тогда найдешь с ним общий язык. Мне его творчество никогда не нравилось. Но он продается. Какая милая девочка. Твоя? Да нет, просто. Милая девочка. Так она твоя? Без своих мало? Хорошего много не бывает. Высоко. Голова закружилась. Красиво. Правда? Да, как в горах.
как в горах, на скале прощаний. На какой скале? Под Моршином в горах есть такая скала прощаний. По местной легенде, оттуда вниз бросались обманутые влюбленные. И ты там был, чтобы броситься? Нет. Просто был. Лет 100 назад. А ты знаешь, я бы бросилась. В смысле? Но я бы бросилась с той скалы, если бы любила. Да ну глупости все это. А ты любила? Ну вот мы провели ночь вместе. Теперь я, как честный человек, должен на тебе жениться. Да. И не боишься так вот сразу? С тобой ничего не боюсь. Тогда женимся. Мне этого еще никто не говорил. Когда? ЗАГСы во сколько открываются? Часов 10. В 10. Ну вот, идем подавать заявление. Паспорт с собой? Нет. Надо домой заехать. Надо заехать. Предупреждаю сразу, свадеб я не люблю. Все это и жених, и невеста, пьяная тамада, кукла на капоте, тосты в стихах. Так что у тебя есть возможность передумать. Да я тоже всего этого не люблю. И я уже подумала. Тогда дуй за паспортом. Ты не исчезнешь? Марш за паспортом, быстро! Здорово, все в порядке. Лика, что у тебя с телефоном? Ты позвонить могла, я из-за тебя всю ночь не сплю. Мамочка, я замуж выхожу. Что? Ну что, что? Выхожу замуж, а что такого? Лика. Я вообще за паспортом пришла. Лика, это что, шутка, что ли? Нет, не шутка. Выхожу. Ты хоть понимаешь, что так нельзя, а? Ну а как же можно, мам? Ну это же как удар молнии. Раз и все. Да что ты несешь? Какая молния? Он что, первый встречный, что ли? Мамочка, ну ты увидишь, ты сама все поймешь. Он такой взрослый, он серьезный. Ведь все не то, но он просто мой, понимаешь? Лика, что ты несешь? Что ты несешь? Ты что, с ума сошла, что ли? Господи. Господи. Когда мы его увидим? Вы увидите обязательно, но потом. Лика, ну вы хоть любите друг друга, а? Мамочка, я побежала. Денис Андреевич!
Здрасте. Здрасте. Я не рано? Нет. Ну, извините. Значит так, тут вот билетики, проверьте, пожалуйста, все ли там у вас в порядке. Вы знаете, у меня к вам будет просьба. Сдайте их, пожалуйста. Как? Ну, если это такая большая проблема, я их сам плачу. Нет, что вы, что вы, что вы, какая проблема? А что у вас случилось? Ничего, просто я остаюсь. Ага. Угу. Может, как-то я могу помочь? Нет, все в порядке. Ага. Я просто остаюсь. Ну что ж, значит, я могу идти? Да, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А номер? А номер я сегодня сдам и сам за него заплачу. Ага. Благодарю вас за все. Ага. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Это я. Я знаю, что у тебя сейчас там ночь. У меня к тебе новость. Да. Я остаюсь. Значит, надо отменить аккредитацию. Найдешь себе кого-нибудь другого. Я устал. Я свое уже намотался. Хватит. Нет, мои материалы будут готовы. С этим проблем не будет. Да, хорошо. Я женюсь. Ну как все нормальные люди. Спасибо. Давай, пока. Ну или не все. Боишься? Еще чего. Ты потерпи, мы быстро уйдем. Ну, если быстро, тогда ладно. Мам, это мы. Здравствуйте. Все, мама включила рентген. Ну, теперь мы узнаем о тебе всю правду. Она у нас ведьма. Ну, что ты такое говоришь? Хорошая характеристика для тещи, да? Ой, теща, слово какое. Так, давайте-ка выпьем за знакомство, и я пойду. Ну, как обычно. Лишенька, ну извини, работа у меня такая. А что за работа?
Как? А вы что, разве газет не читаете? Ну, папа, ну Денис действительно не читает твою партийную газету. Между прочим, папочка там на каждой странице. Нет, я бы не стал по этому поводу иронизировать. Кто-то же должен защищать наши идеалы. Кстати, вы, кажется, писатель, да? Да, пишу кое-что. Чудненько. У меня, кстати, есть к вам очень выгодное предложение. Мне нужна книжонка, страниц на 200 биографическая. Фонд у нас богатый, напишите. Нет, я заказуху не пишу. Да ладно, если вот так по-родственному, а? Нет. Да, дочка, странный у тебя муж. Ладно, мы с вами еще об этом поговорим. Ты, кажется, куда-то торопился? Вот да, извините. Мне надо идти. Буду поздно вечером. Не понимаю я эту молодежь. Пока, дочка. Счастливо. Ну что ж, вы не едите ничего. Не нужно. Налево по коридору. Свадьбы и похороны – это какой-то массовый психоз. Суета, в которой люди забывают подумать о самом главном. Например, о любви или о жизни и смерти. Все сидят за столами, пьют. Потом начинают болтать неизвестно о чем. Ну, как хорошо, что у нас было не так, правда? Правда. При чем здесь похороны? Ну, как же при чем? Ну, представь, ты лежишь, и на тебя все смотрят. И главное, ты не можешь даже как-то протестовать против этого. А ведь любовь и смерть – это же тайны не для посторонних глаз. Мне иногда бывает так страшно. Я так рада, что ты со мной. Ты меня спасешь. Спасу. А от чего тебя спасти? Да ты не понимаешь, от жизни. Ну вот представь, если бы люди могли хотя бы на минуточку представить себе, что каждый день он как последний. И что другого, такого дня больше не будет никогда. Ну разве бы они так жили, разве бы они обижали друг друга, говорили бы всякие глупости, бессмыслицы. Ну вот что страшно, что в каждом живет его собственная боль, и поэтому никто друг друга не слышит. То есть? Ну вот помнишь, нас обсчитала женщина на рынке? Ну какое у нее было лицо? Не злое, нет. Она просто видела, что мы счастливы, а она в грязном фартуке. И она поэтому нас обсчитала от собственного несчастья. Потому что мы любим друг друга, она придет домой, а у нее пьяница, муж. И ни одного поцелуя, понимаешь?
Ни одного поцелуя. Ни одного. Странная у тебя логика. Никак не могу привыкнуть. Ну вот ты не привыкай. Не привыкай ко мне. Ты будешь любить меня долго-долго. Сильно-сильно. Здравствуйте. Вот я пришла, как мы договаривались. Ну, как вам тут? Здесь за полгода. Хорошо, спасибо. Что-то пустовато у вас как-то. Я не понимаю, почему вы не обживаетесь? Я ведь квартиру надолго сдаю, понимаете? Вы бы с мной поменяли. Сейчас мебель такую замечательную делают. Ну, просто закачаешься, понимаете? Таша, обязательно, Таша. Коврик. Сейчас в стиле хай-тек такой придумывает. Этот можете уже выбросить, я разрешаю. Понимаю, молодо, зелено, но все равно быт надо налаживать. И жизнь тогда будет совершенно другая. Вы меня понимаете, да? Всего доброго. До свидания. До свидания. Что же мы не обживаемся? Пора покупать сервизы и ковры. Ну, насчет сервизов не знаю. А мебель купить надо. Зачем? Ну, надо как-то налаживать быт. Ты серьезно? Ты не находишь, что здесь как-то пустовато? Пустовато? Но здесь же есть я и ты. Ой. Разве этого мало? Вот это шкаф. Ну вот кому нужно обращаться на вы. Многоуважаемый шкаф. Да, масштабно. Угу. Слушай, а может быть, купим этого красавца, а? Поздравляю, господа. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Эксклюзив. Мы бы хотели его купить. Сколько стоит? Это невозможно. Это презентационная модель, которая не продается. Мы просто изучаем спрос. Приходите эдак недели через две. Спасибо. Шкаф понравился, купить не можем. Ну, безобразие. Кыш отсюда! Оставьте все как есть. Уходите отсюда. Кыш отсюда. Здравствуйте. Я рад, что вы приехали. Проходите, пожалуйста. Я вас ждал. Пожалуйста, смотрите. А кто говорил? Не моя. Так... Сударыня, этот подонок сказал вам хотя бы пару комплиментов, а? Я его всегда ненавидел. Я тебя тоже люблю. Бросьте его, бросьте. Пойдемте, я покажу вам свои шедевры. Пойдемте. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Кто же ему откажет? Он же хозяин. Отдыхай. О, нет, спасибо, я это не люблю. Лёшка, будешь? Нет, спасибо. Спасибо. Слушай, что ты с таким постным лицом? Просто перед людьми неудобно. Ты же знаешь, как я ненавижу все эти сборища. Ну да, да. Понимаешь, я с тобой постоянно, как на пороховой бочке. Всех жены как жены. А ты то в Чечне снимаешь, то в Литве снимаешь. Это мое личное дело. Где и когда снимать, понятно? Господи. Смотрю на тебя и не понимаю, куда все исчезло. Я же тебя любила когда-то. Угу. С ума сходила, готова была. Что готова была? Тебе вот это нравится? Жить красиво Можно? Нравится? На Канарах отдыхать нравится? Так что стой и молчи. Потом мне надоело, знаешь, когда ты... Ваше здоровье. Ой. Простите, я не хотел. И вот этот еще в нашей семье писатель хрена. Пап, что случилось? Пап, да это же Костя. Да все! Зря вы так. Я в защитниках не нуждаюсь. Мне показалось, что... Вам показалось. Извините. Как
куда ехать? Завтра? На автобусе? Но мне надо закончить работу. Я эти пейзажи не очень. Но я еще подумаю. Да, обещаю, обещаю. Все, пока. Так вот, нужно быть настоящим докой, чтобы грязными словами и непристойными жестами выразить самые светлые мысли и чистые эмоции. Ну как? А что случилось? Да едут на пленэр в горы. Под Моршин, помнишь, ты рассказывал, где скала прощаний? Уже автобус заказали. Дурдом какой-то. Ну, что поделаешь? Надо ехать. Я не хочу ехать. Но почему? Я буду скучать. Но это твоя работа. Ну, сама посуди. Я очень жалею, что ты тратишь время на все вот это вот. Ты ж талантлива. Я себя ощущаю каким-то тираном-деспотом. А будь я каким-нибудь маститым, знаменитым галеристом, я бы сказал, у вас, деточка, большое будущее. Не трати его на кого-то там. Я не трачу время. Я тебя не понимаю. Не хотел тебя обидеть. Поедешь в горы. Погуляешь, отдохнешь. Другая порадовалась, честное слово. Не говори мне другая. Я не знаю, что делала бы другая. Ну все, опять обидел. Извини. Ну я серьезно, Ну, в конце концов, не понравится, вернешься назад. Или я к тебе приеду. Погуляем, я там такие места знаю. Красивые. Все, приехал такси. Ну что ты с таким лицом? Ну как на каторгу? Все, не хочешь — не едь. Подожди, держи. Ну зачем так много? Ну, не понравится — вернешься на самолете. Так. Этот оставь. Понял. Не провожай меня. Ненавижу эти прощания. До двери можно? Угу. Алло, Елизавета Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что узнали. Елизавета Владимировна, тут такое дело. Я бы хотел с вами поговорить. Нет, у нас все в порядке. Лика сейчас с курсом уехала в горы куда-то. Нет, это не для посторонних ушей, поэтому людное место отпадает. К вам я не могу, вы знаете, по какой причине. Давайте у меня, то есть у нас. В 4 часа? Хорошо. Да уж, это надолго.
Что? Да в пробке мы с вами надолго застряли. Но я никуда не спешу. Отлично, подождем. А, давайте я здесь выйду. Вас подождать? Нет, спасибо. Багажник откройте. Конечно, конечно. Все, спасибо, оставьте так. Здесь? Да. Реально здесь? Ну да, я хочу сюрприз сделать. Как у вас чисто. Это Лика такая хорошая хозяйка, да? Да. Дома за ней этого не замечалось. Обычно на кухню только для того, чтобы поесть. Так о чем вы хотели поговорить? Что-нибудь случилось? Может быть, вина? Нет, спасибо. Я тороплюсь, у меня не так много времени. Ну, тогда кофе. Я вообще думал, что мы как-то пообедаем. Я уже обедала, спасибо. Ну, ладно, давайте кофе. Я думаю, лучше вина. Да что с вами, я не буду вино. Я не буду, Денис, спасибо. Слушайте. Ну, этого ж не может быть. Ну, неужели ты меня не узнаешь, Лиза, ну? Я сейчас сама встречу Лику и отведу ее домой, а вы никогда больше у нас не появляйтесь, понятно? Зачем все это? Зачем ты меня позвал? Я столько лет не мог тебя забыть. Я должен был тебе это сказать. Это я во всем виновата. Это я во всем виновата. Я даже предположить не могла, что этот мальчик окажется таким впечатлительным.
Что теперь с нами будет? Что будет с Ликой? Да я люблю ее! Да, я пошел за ней только потому, что она сидела вместе с тобой. Я воспринимал ее как часть тебя. Но ты же постоянно перед глазами. Безумие какое-то. А сейчас сказал тебе, и стало легче. Извини. Ладно. Пусть все будет, как будет. Ну ты-то хоть была счастлива? Не берет. Так, ну это уж слишком. Все, ждать больше некогда. Ребята, все в автобус. Вы что смеетесь? Садитесь. Кто видел мой этюдник? Садитесь в автобус. В автобус все. Слушай, давай быстрее. Сколько можно ждать? Садитесь. И что это такое? Это все, чему я вас научил? Латреки недоученные. Совсем нет уважения к Петру Карловичу. У меня кино хорошее смотрел. Дедмен с Джонни Деппом. Такой жирнючий фильм. Персик. Интеллектуальное кино. А у меня было 2 билета на Монсеррат Кабалье, я не пошел. Ну, я не хотел. Слушай, я действительно обожаю Пронеры. Это же счастье. Держи. Ты что с тобой сегодня? А я сказал да. Про этого козла ставить на место. Как? А это уж ваша забота. За что я вам бабки плачу? Слушай, ты подумай своей головой, кому ты это говоришь. До свидания. Бабки, козел, как мне все это надоело. Ты что, выпила?
Здравствуйте. Скажите, автобус со студентами уже уехал? Минут 30-40, как уехал. Алло, Олежа, здравствуй, дорогой. Нормально, как у тебя? У меня к тебе просьба будет. Отвезти меня надо. Ну, я тебе расскажу по дороге. Нет, недалеко. Значит, я сейчас во дворе художки. Дуй сюда, хорошо? Никогда с нами не было. Да ты же вообще никогда не понимал, что мы есть. Тебя вообще не было. Ой. Лиз. Ой, ой, все. Ну что ты завелась, а? Все вранье. Ничтожество. Вот, ты всегда был таким маленьким, ничтожным позером, карьеристом. Поэтому тебе не нравилось все, что я делаю. Да, не нравилось. Потому что как не придешь куда? Все говорят, ах, ваша жена. Талант, непосредственность. Ты хоть понимаешь, что я мог тебя растоптать? Я мог тебя уничтожить. Сидела бы дома, как другие. Лучше было бы. Да ты же никогда никого не любил. Ты же никогда никого не любил, кроме себя. Да ты, если страдал когда-нибудь, то только от насморка. Я вижу, ты хочешь испортить ужин. А у нас сегодня очень важная встреча в посольстве. Там по этикету надо быть женами. Да что ты такое говоришь? Ты что, меня не слышишь совсем? Я не люблю тебя, понимаешь? Я не люблю тебя больше. Я не люблю тебя, слышишь? Давай, давай, пойдем. Пойдем переодеваться. Идем, 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 идем. Идем. Сейчас переоденешься, успокоишься. Олег! А? Не спи. Долго ты? Бензонасос накрылся. Полчаса должен остыть.
Слышишь, Деня, ну попробуем, давай. Ты вот, давай, тут штучка такая. Вот смотри, извини, я покажу, давай. Смотри, вот видишь, ржавая такая. Вот, ну ты ее давай, так. Подожди, подкачивай. Какая из этих, блин? Вот ржавая, вот, вот это вот, подкачивай, вот, 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 вот это, да. Понял. Да, да, давай. Давай, 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 давай. Давай, подкачивай, сейчас попробую дырку. Оу! Ну что? Ну заводится, нет? Сейчас, подожди. Не, нифига. Нет. Отец! Отец! Подбрось, отец! Подбрось! А тебе куда? Ну, покрути, блин. Ну давай, садись. Денис! Денис, пальто! Паспорт, очки! Любовь, конечно, страшная сила. Унылая пора очей очарования. Так, прекратили! Все на пленэр собрались! Будьте серьезными! Вперед, вперед, вперед! Вещи, вещи собрали! Вперед! Ребятки! Раздеваешь! Ребятки, прикидка культура! Так, ну подожди! Лига! Лига! Перестань! Приїхали. Значить, ти біжи от сюди. Тут це небагато, десь кілометр 4 чи 5. Да. Так, біжи. Хай щастить. Дякую. Бувай здоров. Спасибо. Героям слава. Дякую, отец. Що? Що? Давай. Тебе в шорьова місяця шукаю. Слава Богу. Скажите, где твое прощение? Скала. Вон там. Спасибо. Заблукала, чи шо? Ах ты, божечки. Туристка. Скала. Прощаний? Девонька! Эй! Прощание, а прощение, понимаешь? Прощение, сюда люди прощения просить приходят. Тут до Бога ближе, он все видит. Thank you.
Перетерпи, перетерпи. Какая у тебя боль? Какая? Да какая бы ни была. Перетерпи. А если любишь, простишь. А ты поплачь, поплачь. Вот и хорошо. Нет! Лика! Лика, я люблю тебя!